далеком 1850 году английский изобретатель Уильям Говард решил использовать для пахоты локомобиль. Это был неповоротливый и громоздкий прадед трактора, работающий на энергии пара. К концу 19 века в Великобритании их насчитывалось уже 2000. Сегодня сельскохозяйственная техника прошлого выглядит как огромные ведра с болтами, но тогда это был настоящий прорыв. Вот так выглядел первый трактор, работающий на нефтепродуктах. А так первый паровой гусеничный трактор, изобретенный для вспахивания и осушения английских болот. Сегодня мы внесем свою лепту в эволюцию сельскохозяйственной техники. Мы прокачаем то, что, скорее всего, есть в арсенале каждого хозяйства. Изначально это был обычный трактор, но мы установили в него автопилот, комбинацию высокоточной антенны и системы подруливания. Теперь трактор едет сам, механизатор разворачивает его только на краях поля. Автопилот работает с точностью до 2 см, а интеллектуальное управление исключает неэффективную обработку площади. Есть и более продвинутые системы, которые не нуждаются в присутствии механизатора. С их помощью трактор сам разворачивается в конце гона. А система автопилотирования устанавливается также непосредственно на орудие, позволяя еще больше увеличить точность и скорость проведения полевых работ. На таком тракторе гонял бы даже Илон Маск. Теперь прокачиваем комбайн. Мы ставим на него систему из 3 устройств, которая автоматически взвешивает зерно, замеряет его влажность, картирует урожайность разных участков. Это нужно не только для того, чтобы комбайнеры мерились собранными урожаями. Карты урожайности – один из важнейших факторов для планирования дифференцированного внесения удобрений. Последний пит-стоп на сегодня – трактор с сеялкой. Мы превратили его в настоящего монстра посева. Заменили высевающие аппараты на аппараты с электроприводом, установили более точные высевающие трубки. А благодаря дисплею вы получаете полный контроль над высевом. Забился сошник? Пропал вакуум? Перестал высевать один из рядов? Не уследили за скоростью и начали выходить из нормы высева? Вы тут же увидите об этом уведомление. Обновленный трактор существенно увеличивает скорость и объемы высева, а еще дает до 6% экономии на семенах. Теперь ему самое место на женевском автосалоне.